Так, ну пытаются дефиться Team Slark, всем откидываются чем только можно. Форжи уже на Т3 зашли и постепенно пробивают вышку. Астрал, хорошо, залетел Феникс, поставил яйцо. Ох, как плохо было поставлено яйцо, однако, возможно, что-то да получится. Есть свап, спасает Дроу Рейнджер. Минус Феникс уже моментально, и расстреливают Визажа, это минус он. Рор пошел, Ку-Ку пытается зафокусить, поднимает его в Юла. Пока что не активен Гирокоптер, убивает еще и Дроу Рейнджер, все-таки не выживает она. Пошел Астрал, цепляют кого? Не видел я. Зацепили инвокера, Вайтипа тоже, я думаю, сейчас погибнет. И Торнадо отлично на развороте. Минус зла делают. Мейден погибает. Остается последний Бисмастер. Один в одного. Найстакер тоже тут страдает. Очень серьезно страдает. В итоге погибает. 5-4. Размен. Черт возьми. Какая же драка у нас произошла. ОД выдвигается. Ой-ой-ой. Какая плохая ситуация сейчас будет. Рошан пол ХП. Сосуд дамагу у Канта. Кант сейчас отвалится. Кант очень мало хп. Канта в итоге прячут в астрал. Канта убивает это First Blood. Тем не менее, Рошана не забрали. У Рошана очень лоу хп. Мипошка получает дикое количество тычек. И потихонечку он падает. Минус армор еще и залетает. Яджитсу. Как же мало хп. Гибрида забирают в ответку. Яджитсу так это достоверно вместе с Клингзом. 1-3. Бараш. Единственный, кто будет драться здесь с Сидом. Бараш отправится в астрал. И, в принципе, на этом 4 героя коллектива ХФЗ отправляются в таверну в попытке подраться за Рошана. Должны ловить, да, откидывать санчиком, но сразу Шеклс, хекс, конечно, видать не нужно, и это минус квапа, хотя сыпало мало, всего лишь 300 голды. Попытается догнать еще и Омника, Омник, ну, все-таки на МСе, пытается уйти, пошел по самому свап, пошел по ему рпчик, вернее, сам по себе повесил, нарычал на вылика, там неплохой маледишн залетает, стоит сразу же варды под ГДСом, пошел у нас Венд, Дезвард кастуется, ну и поймал Шеклс, но не поможет, не поможет, это не как Шадл Шаман. Народ возле Тавра, который тут стоит. Тут один только Девалор стоял. Ну, это такое. Феникс вырывается, ставит Супернову. Свапает у нас Апатия. Апатия нарезает. Очень здорово. Минус на Супернова. Дальше атакует вся Найсталкера. Найсталкер также погибает. Даблкил также исполняет у нас Нодокс. Тем временем 2 в 2 размен. Прыгает Мейден. Цепляет у нас Девалора. Апатию сейвит. Апатия может накидать, конечно же, по Девалору. Еще один Сайленс от ребят. Но тут Апатия что-то проигрывает. Да, но вот все же Мейден... Все законтролил. Также убивает своего оппонента. В итоге 3 в 4 размен. Подняли ветра у нас Оракла. Оракл тоже погибает. И встревает Гирокоптер. Пытается на развороте что-то придумать. Топоры заходят. Купол по троим. Вот то, о чем я говорил. Посмотрите, Рокет, Бэрридж и Свен. Пытается отправиться в таверну. Как же больно. Просто минус 2. Отличный купол. Свен может погибнуть. Продолжается война. Это минус 2. Свен. Свену очень больно. Минус 3. И Винга еще и встрянет. Может встрять Винга. Это просто 4 в 0. Бараш. Получает колсна, получает каски. Есть купол от Войда. Купол ставится по двоим. Кант и Санстайк сюда сразу же фолс промис прилетает. От Оракла есть экзорцизм. Метеорит, скорее всего, сейчас Бараш умрет. Очень мало у него хп. Пытается регениться хоть как-то. В итоге убивает Энштваришна. Еще и третий от Оракла сейвит. Буш залетает. Третий отличный. Просто по двоим. Еще и задувка. Отлично. Сифон добивает Эншт Паришина, шоколад, просто его дико замедляет. Еще и крик полетает по гибриду, почти вайп, нужно добить гибрида, это минус 5 в исполнении коллектива ХФЗ. Ничего не бояться, а бояться-то и нечего, собственно говоря. Здесь тем временем Т3 Тавр, который, скорее всего, сейчас будет падать. Слип прожимает на Андайнга. Можно его как-нибудь подцепить. Кушает крипоклик. С ультимейт отличный по вайперу. Вайпер может погибнуть. Тени вырывается. Какой хороший влет. БКБ прожимает моментально. Может быть минус 3. Но дэмэджа не хватает. Пока что минус 2. И инвокер продолжает дамажить. Минус Бейн размен. Здесь у нас отличный рассказ от инвокера. Инвокер, скорее всего, также погибает. Врывается у нас также висп. И вчетвером попытается принять второй раз этого инвокера. Ой-ой-ой, какой неудачный заход. Это просто минус 4 на ровном месте. Еще можно подцепить вингу. Минус 5. Есть у него 666 голды. Ой. Зловещее число. Телепорт. Пошли. Вот прилетел. Вот правда без купола. Ой-ой-ой. Ой, боль убивает его. Больно хотят кился. Как же он классно здесь вышел. Таймволк был заведен крайне по тайму. Садится это звар. Пытается продамажить он Свена. Но Свен слишком толстый. Его биток не получится. Ну и все разошлись.
В итоге никто пока не отправится верну, хотя бы пробить морфа. Морф будет, в принципе, в вейформу закатился. Санчик пока не откидывается, хотя маны на стане не хватает. Откинулся еще и арбом всей маны лишил, пошел. У нас урон по своему ультиму. Это здесь самое пробить мульт, пошутил уже перекачку на сил. Прожимает он с корни тренд протект, пытается уйти под ринг арманом, пытается жить, но похоже, сделать этого не получится. Сва пошел у нас по вич доктору. Купол подлетел. И там каски полетели. Неплохо начинает здесь наваливать. Настреливает. Пока что у нас ОД пошел ультимейт. Неплохо, пока убить его честно. Форсафи отъехал, пытается здесь доформлять фраги. Морф прокатился, пытался пробить омника, но не хватило урона. Ну и будут разваливать ОД. Вроде бы все неплохо было исполнено, но, увы, не хватило демажа. Ну, отогнали. Отогнали, ладно, хорошо. Рошан до сих пор живой, хоть и битый, забегает Феникс. Феникс может пострадать сейчас, там трипспойл по двоим поставлен, но мне слэш хорошо, это минус оракл моментальный, залетает дальше Феникс, ставит Фениксан, уже минус 2 в исполнении команды Team Stark на своих оппонентов, больно Баунтихантеру, который также отваливается в таверну, ну и Джиггернаут все-таки разрубил настоящую спектру, good game well played.